Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в самый южный город на карте континентальной хоккейной лиги. Сегодня сочинцы на родном льду завершают очередную домашнюю серию встречи с «Нефтехимиком». Момент будет. Выход 3-2. Глотов назад. Обратные передачи на дальнюю. И как тут Феоктистов не попадает в ворота. Отличная передача Василия Глотова. Да, и не попадает Феоктистов в створ ворот. Алиев. Голенюк. Ошибка. Момент у Купцова. И снова выручает Хельберг. На ровном месте. Ошибаются два игрока Сочи. Столкнулись друг с другом. Уходит от силового приема Гематов, но шайбу теряет. На дальней синей контратака Леопардов. Феоктистов налево. Бакаш. Отличный перевод и бросает в касание Глотов. Да, вот он момент, который был у Глотова. Бросил в касание. И действительно, Тоухима краешком левого щитка шайбу зацепил. В составе «Нефтехимика» стоит выделить двух центров. Вихарева, который выиграл три вбрасывания из четырех. И Митякина. У него три выигранных единоборства на точке из пяти. Это момент, кстати, у Морозова уже на 5-й секунде второго периода. Очень неплохой плотный бросок в дальний угол Морозов наносит. Тоухима вручает. Так вот, у Морозова в первом периоде 4 выигранных вбрасывания из 5. Порядин. Момент будет. Бросок и шайба в ловушке у Хельберга. Здорово поддержал атаку второй волной Вихарев. И нанес бросок с пятака. Вот это неточные передачи. И это позволит сочинцам убежать в контратаку. Остались ли силы? Нет, похоже, их немного. Очень легко визуально настиг Завгороднего Березин. И это гол Юрий Александров. Вот это да! Защитник, который не так часто забивает вообще. Здорово поддерживает атаку и укладывает шайбу в дальнюю девятку. Самый опытный игрок обороны в составе хоккейного клуба «Сочи». Попов на пятак. Отлично. 1-1. Эдуард Гематов сравнивает счет достаточно быстро. И отличная позиционная атака удается четвертой тройке «Нефтехимика». Морозов. Хорошая передача. Получилась и гол. Вот это пушка. Юрий Александров оформляет дубль. Передача-то, может быть, даже и не запишет Морозова. Но именно он последним коснулся шайбы из игроков хоккейного клуба «Сочи». Ну, посмотрите, как попадает Александров. Перехват и атака 3-2. Может получиться. Глотов, бросок, касание. И заваливается шайба в ворота. Забивает Мартин Бакош. Пропустил Бакош предыдущую встречу. Но сегодня вернулся в состав и сделал свое дело. Ну, сами этот гол себе привезли нижнекамцы. Ошиблись на выходе из зоны. Но Леопарды провели образцовую показательную контратаку. Купцов падает. Гематов. Не удается ему нанести бросок. А вот тут бросок наносится. И снова шайба заползает в ворота. Снова цепляет ее Франц Тоухима. И снова пробивает его Мартин Бакаш. Дубль оформляет. Словацкий форвард Сочи. Два дубля сегодня в активе на хоккеистов южан. Дубль защитника Александрова. И две шайбы Бакаша.